Тем временем в Южно-Казахстанской области приступили к уборке озимых культур. В числе первых – хлеборобы Казыгурдского района. Благоприятные погодные условия и строгое соблюдение агротехнических требований дают возможность местным аграриям рассчитывать на богатый урожай. Хорошая техника – залог успеха. Осет Сарыбаев знает это лучше всех. На смену изношенным комбайнам хозяйство в этом году приобрело 15 новых машин. Новая техника позволяет собрать урожай с 30 гектаров всего за 12 часов, с 60 гектаров за сутки. По сравнению со старым комбайном, она мобильнее, быстрее и экономнее. Весенние дожди и теплое июньское солнце. Благоприятные погодные условия позволили хлеборобам начать уборку урожая на неделю раньше. Приступила к ней и одно из крупнейших хозяйств Казыгурдского района. В этом году под озимые зерновые здесь отвели 12 тысяч гектаров земель. Качество пшеницы очень хорошее. Клейковина 26-27 единиц. Сухость 6-7%. Это отличный показатель. В последние годы местные озимые пользуются большим спросом за рубежом. Налажены поставки в Афганистан, Иран и Узбекистан. Нынешний урожай не исключение. Почти 30 тысяч тонн ориентированы на экспорт. Первая партия уже в пути. Мы закупили и отправили 1300 тонн пшеницы. Качество отличное. Она пользуется у нас на родине и в Узбекистане огромным спросом. Планируем закупить большую партию. В целом, в нынешнем году под озимые культуры область отвела 195 тысяч гектаров. 156 тысяч из них занимает озимая пшеница. Государственная поддержка, удешевленные топливо и удобрения дают надежду на хороший урожай. Мы ожидаем собрать с каждого гектара по 22-23 центнера зерна. По предварительным подсчетам, со 195 тысяч гектаров 430 тысяч тонн урожая. По сравнению с прошлым годом, на 100 тысяч тонн больше. Сейчас к уборочной кампании готовятся и другие хозяйства региона. Техника готова, топливо в достатке. Главная задача – собрать урожай без потерь. Аурки Абдуалиева, Райхан Тажибаева, Канат Жунуспеков, Ерболат Абиш, Южно-Казахстанская область, 24 КИЗ.